Здравствуйте, наша недельная глава называется «Шофтим». Она рассказывает о том, какими должны быть еврейскими судьями, какими они должны обладать качествами и как, в принципе, правильно судить людей. А сейчас хочу рассказать Бартуру, которая произошла 100 лет назад в Польше. Приехал раввин в обычное поселение. Он был очень популярен, все хотели, чтобы он остался здесь. И был у него прием. Мы приготовили кулин. Дали ему попробовать, и он себя повел как-то странно. Он упал лицом в этот кудель и начал его есть. И после этого слава о его так называемом поступке распространилась по всем близлежащим деревням. И многие, все смеялись над ним до конца жизни, и так он не реализовался как раввин. И он умер. Пришел он на суд. Яндлер продолжает над ним смеяться по поводу этого случая. Возвал к ним Всевышний и сказал: «Это великий человек». Начали измерять его дела. И оказалось, что у него есть очень большие поступки. И сказал Всевышний: если бы этот человек тогда дал бы кому-то попробовать этот кудель, то у хозяйки бы больше не покупали бы этот кудель, так как вместо сахара она добавила соль. Если бы он сказал бы, что кудель невкусный, то она могла бы умереть вместе со своими детьми. И пожертвовав собой, он спас семью с матерью. Так что давайте судить людей более правильно, более четко. И так как мы не знаем, что может привести их к таким подвигам. Шабаш шалом!